принесла, да. Вот. Значит, идет запись. Слава Украине! Сзади вас находится Министерство внутренних дел. Ну, не министерство, а главное управление. Вот оно. Вот. Здесь Софийская площадь. Здесь дипломатичная академия вот, Украины. Вот. Да. Это откуда выходят все наши дипломаты. Кожары. Да. Вот. А вот немножечко сюда повернемся. Вот. И вот здесь находится Министерство внутренних справ. Вот. А? Там сидит вот. Кожара. Вот. А вот так мы живем. Давайте вот пройдемся. Вот смотрите. Цып-цып-цып-цып. У вас уже тут свой курятник. Да. Уже, это будет Ой. Стратегический запас на черный день. Если что, на шашлычок. Все? Правильно? Вот. А у меня первый в день рождения. Я шучу. Вот. А вот здесь вот мы греемся. Ой, как тепленько. А это консервным ножом так вырезали? Да. Нет, ну не консервным, но... Корона, да? Да. Вот. Корона Майдана. А вот. Запах какой? А дровишки откуда? Из лесу Вестима. Отец, слышишь, рубит? Ворует, а я отвожу. А мы тут топим. Ну да. Класс. Дымок. Какой аромат. А вот смотрите, чем мы... кормимся, вот, а говорят, мы деликатесами ага. там и всем Спасибо, остальным. Показывайте. Вот. Показывайте. Вот здесь мы живем. Вот. Ага. Вот это наше жилье. Вот. Ясно. Вот это, командирская палатка. Нет, здесь это командир? Не командирская, это белорусская палатка. Вот, ага. у нас есть флаг, вот он. Ага. Вот. О, это белорус тут? А белорус. Кто у вас белорус? Есть, вот. О, покажи. Не. Не, покажи, как он рубит дрова. Ну, да не, плаху. Давай не это, будем. Не. Плаха для Бандюковича. Покажи плаху. Нет, плаха для Бандюковича, вот она у нас, вот, посередине, вот, видите, вот шапка, вот, а посередине это для Бандюковича. Ага, а это самый кол? Кол, да, это для него. Покажи плаху, посмотри, какая плаха. Не, это... Для всех. Нет, плаха у нас, знаете, для чего, вот, чтобы она залезла просто в эту дырку. Можно тряхнуть? Не, ну это тяжело для вас. Не, вот, давайте не будем. Вот. Не, ну тряхну стариной, ну. Ну, когда я еще дырышки буду выпить на Майдане. В центре Киева. А я, можно вас сейчас приву на секунду, блядь, вот? Ага. Меня покажи. Меня покажи.